Вновь я приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Вот, дорогие друзья, предлагаю вам еще один стрим. Как всегда, он будет посвящен событиям недавнего прошлого, ну и, конечно, моим освещением этих событий, комментариям к этим событиям с позиции авестийской астрологии. Напоминаю вам, что именно я ее, по сути, поднимал из пепла, восстанавливал в течение 50 последних лет. Ну и, разумеется, вытекающие отсюда прогнозы из тех событий, которые мы недавно буквально наблюдали или нам об этом рассказывали. Что из этого следует? Какие последствия это вызовет? Вызовет ли вообще? И самое главное, когда это будет? Для того, чтобы предупредить тех, кто по своим полномочиям имеет возможность предотвращения каких-либо кризисных событий и с целью, чтобы вот эти тяжелые события не произошли бы в самом тяжелом маргинальном виде. Не надо забывать еще и о том, что в середине месяца, а точнее 12 июня, прямо в день России праздничный, к Земле приблизится знаменитая комета Понса-Брукса. Напоминаю вам, что у меня выпущен ролик на моем YouTube-канале «Институт Павла Глобы» об этой комете, очень интересной, которая была впервые открыта в 1812 году. А практически всегда или очень часто пришествие комет или наблюдение вот комет такого рода, а цикл у нее 70 лет, была она открыта в 1812 году, это всегда предвещают события, которых никто не ждал. То есть они проявляются как джокеры буквально. То есть меняют сложившуюся систему взаимоотношений в мире и сценарии, которые намечались до этого, с точностью иногда до наоборот. Вот что нас ожидает. Также нас в средствах массовой информации чуть ли там не запугали, или, по крайней мере, рассказали о том, что якобы 3 июня наблюдался так называемый парад планет. То есть несколько планет, даже говорили 6 планет, выстроятся в одну линию на небе. Возможно, это и так с точки зрения наблюдателя на Земле. Вот с точки зрения астрологических трактовок никакого парада планет не будет, потому что планеты, видимые невооруженным глазом, там Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, они все-таки в достаточно большом секторе расположены, сектор 90 градусов. То есть, что в строгом смысле этого слова, это, конечно, не парад планет, а просто, в общем, можно в течение второй половины ночи наблюдать несколько планет невооруженным глазом. Достаточно близко друг от друга. Никаких последствий этому мы в данном случае не увидим. Ну вот, давайте перейдем теперь к тем событиям, которые недавно имели место быть у нас на Земле, и в нашей стране, и в других странах. Прежде чем мне хотелось бы рассказать вам о победе на выборах в Мексике первой женщины, которая стала избранным мексиканским президентом, имя которой Клаудия Шейнбаум. Фамилия немецкая, хотя по своему происхождению она из еврейской семьи. И со стороны отца, и со стороны матери. Со стороны отца у нее ашкенази, а со стороны матери сефарды из Болгарии. Эмигрировали еще в начале 40-х годов, видимо, спасаясь от Холокоста. Изначально она является физиком и, в общем, из научной среды вышла. И папа у нее химик, и мама биолог, жива до сих пор. Из открытых источников известно, что она замужем была в течение почти 30 лет и имеет дочь. Это такие скупые сведения из открытых источников. Что настораживает в ее биографии, то, что она является убежденным экологистом. Такой вот слоган «устойчивое развитие» сразу напоминает о той повестке, которую конспирологи немедленно припишут организациям, которые только и мечтают о том, чтобы управлять нашей цивилизацией и несчастными людьми, загнанными, по их мнению, в цифровые концлагеря. Ну вот, давайте дальше посмотрим, как она себя будет вести, а теперь вернемся к ее гороскопу, к ее данным. Ну, к сожалению, я не знаю точного времени ее рождения, нигде об этом не написано. А вот родилась она по открытым источникам 24 июня 1962 года. А вот на выборах она победила 2 июня нынешнего как раз 2024 года. Так вот, то есть ей сейчас получается около 62 лет. Если посмотреть ее космограмму изначальную, то, конечно, можно увидеть большое скопление планет во Льве. Конечно, она родилась под знаком Рака, но там у нее только Солнце плюс белая Луна, то есть светлое начало. И поэтому, если она будет проявлять себя как светлая личность, то она обязательно должна быть традиционалистом, консерватором, за традиционные ценности выступать. Это вот путь белой Луны. У нее скопление планет во Льве, и, конечно, дает ей хорошую возможность пиариться, быть в центре внимания, хорошо играть. Для политика это очень важно. То есть, в общем, такая обретенная харизма. И плюс Луна в Овне. Для людей вспыльчивых, напористых, женщин с мужским характером, это как раз вот самое подходящее место. Для политика это тоже очень такое
подходящее. Но политики таких, либо политики однодневки, либо политики такого милитаристского склада, у которых не сходит военная или такая очень агрессивная повестка. Кстати, победила она тоже при Луне Вов. Правда, Марс у нее находится в Тельце, что, в общем-то, снижает ее агрессивный тон. Марс в Тельце у людей прагматичного толка, людей, которые долго-долго накапливают свою отрицательную энергию, только потом являются очень устойчивыми в сопротивлении каким-то внешним фактором. Это, можно сказать, по ее изначальному характеру, которую можно прочитать в ее так называемой космографии. А вот теперь давайте посмотрим, что же было на небе на время ее избрания. Мы видим одну из самых лучших констелляций, так называемый парус. Я про нее уже говорил, про эту конфигурацию аспектов. В свое время мне пришлось ее впервые описать в своей книге «Анализ и синтез космограммы», которая выпущена была еще в 1991 году. Так вот, это констелляция парус, которая связана с попутными течениями в жизни, в которые человек очень хорошо может встроиться. И вот эти попутные ветры могут привести в нужную и в счастливую гавань. Вот у нее как раз такая констелляция есть, но конкретно в ее случае мы здесь видим, что данная констелляция держится, с одной стороны, на Нептуне, вместе с Луной ее, а Нептун связан с тайнами, как раз с скелетом в шкафу, это первое. А второе, вершина этого паруса связана с так называемой черной луной, темное начало в гороскопе. Причем у нее как раз на время выборов черная луна вернулась на свое место. Как правило, в такие периоды приходят в жизни либо очень темные личности, скелетами в шкафу, либо те, кому есть очень много чего скрывать, либо люди с такой вот явно с разрушительной программой. Посмотрим, как она проявится. По крайней мере, я здесь пока не вижу ничего очень позитивного и удачного ни для ее народа, ни для вообще, так сказать, там, серьезных таких вот раскладов мирового уровня для нашей цивилизации и для Латинской Америки в частности. Тем более, что дата ее рождения 24 июня многими конспирологами отмечается как одна из самых важных и значимых дат, потому что это день основания в 1717 году масонского объединения, объединения масонских лож в Лондоне. То есть очень многие либо личности, рожденные в этот день, либо события, например, Отечественная война 1812 года с вторжением войска Наполеона в Россию, было как раз 24 июня. Ну, в общем, это такая достаточно подозрительная дата. Этого совершенно мало для того, чтобы выносить некий вердикт. Но вот возвращение черной луны уже очень сильно старается. Давайте посмотрим гороскоп Мексики. Известно, что у этого государства есть несколько дат основания. Ну вот, в частности, мне пришлось пользоваться той датой, которую Мексика, по сути, провозгласила свою независимость. Сначала как империя, потом уже как республика. Это было 28 сентября 1821 года. Так вот, если наложить на этот гороскоп выборы нынешнего президента Мексики, то можно увидеть там, дорогие друзья, большой крест. То есть можно сказать, что выборы нынешнего президента Мексики сулят большие и тяжелые испытания. В течение нескольких лет. Там еще и Плутон, связанный с большими массами народа, там Марс, связанный с военной как раз повесткой, там Юпитер, связанный с властью, и так называемая черная луна. Демон-искуситель нашей судьбы, который может действительно включиться в течение нескольких ближайших лет. Конец 25-го и первой половины 26-го года там могут произойти события, вполне вероятно, даже чрезвычайные. Поживем, увидим. Это первое, что можно сказать. С территории Мексики давайте перенесемся еще в одну страну Латинской Америки, а точнее в Панаму, где за месяц до выборов мексиканского президента были также президентские выборы. И на этих выборах победил Хосе Рауль Мулино. Уже достаточно известный политик, юрист по образованию, бывший министр иностранных дел и министр юстиции, давно уже в политике мелькающий этой страны. Выборы там состояли 6 мая 2024 года, а 1 июля он вступит в должность президента. Говорят, даже он сам того не ожидал, что он станет первым лицом в государстве. Для него они были неожиданными по результатам. Про него очень много чего говорят, но, судя по всему, это какая-то темная лошадка. Хотя родился он под знаком близнецов 13 июня 59 года. Хотя вот если посмотреть его космограмму, опять время рождения неизвестное, то большая часть планет у него находится в знаке льва. Ну, то есть, в общем, тоже любит пиар, активный образ жизни, публичную деятельность, прекрасно ведет себя на публике. То есть, это в его космограмме можно увидеть. При этом человек очень достаточно расчетливый, умеющий контролировать любые мелочи. Возможно, хороший исполнитель. Это еще из нескольких планет в Деве, которые у него находятся. Теперь давайте посмотрим конституцию на тот момент, когда он пришел в власть. А это было как раз, как я уже говорил, 6 мая нынешнего года. И можно там увидеть так называемую повозку.
Эту конфигурацию аспектов мне в свое время пришлось впервые описать в той же самой книге «Анализ и синтез космограммы», которая была выпущена, напоминаю вам, в 1991 году. Что из себя представляет эта конфигурация? Как она действует в жизни человека? Если она будет образована в какой-то из жизненных периодов. Она показывает участие человека в командной игре. То есть, в общем, как говорят, короля делает окружение. Вот, видимо, так же и у этого Хосе Ульмулина его сделало окружение, которое вывело его на передний план в политике. Там участвует Меркурий, управитель солнечного знака, там участвует Венера, которая находится в знаке Тельца мысленного, Нептун, который связан с тайными какими-то вот договоренностями, видимо, и Сатурн, жесткой вертикалью власти, очень серьезной системой, на которой опирается. То есть, в общем, это для него очень позитивная конфигурация, которая может дать ему возможность, если он не сменит эту команду, существовать достаточно долго в политике. Хотя некоторые показатели, которые у него на это время наблюдаются в его гороскопе, говорят о том, что через 2 года он может столкнуться с очень тяжелыми проблемами, связанными с оппозицией его деятельности, и вполне вероятно, это может быть даже связано с угрозой для его жизни. Там Марс, Черная Луна, Уран, который в настоящее время проходит по его Черной Луне. Поживем, мы видим, по крайней мере, он, возможно, уже предупрежден. Если нет, тогда остается уповать на то, что, наверное, все-таки какие-то меры безопасности могут быть и его охраной приняты. Теперь я хотел бы ответить на несколько ваших вопросов, дорогие друзья. Вы мне постоянно их задаете. Большое вам спасибо. Вы пишете комментарии на обоих моих каналах и Институт Павла Глобы, и Павел Глоба ТВ. Я обещал вам на некоторые вопросы ответить. И вот, пожалуйста, мне задают вопрос прежде всего о Белгороде. Несколько мне из вас пишут, что мои прогнозы, которые я давал по Белгороду, достаточно точны, но в некоторых случаях они проигрываются, ну, на день или чуть раньше. С чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что дата основания Белгорода, конечно, известна. Это 21 июня 1596 года, в канун солнечного затмения. Но пока еще этот гороскоп не ректифицирован. Когда это было, утром, вечером, непонятно. Скорее всего, конечно, утром, на что я и рассчитывал. Плюс ко всему еще некоторые другие дополнительные гороскопы. Когда были начаты работы строительные, когда был освещен этот город, статус этого города. Много чего еще надо учить. Ну, если хотя бы с точностью до нескольких дней, то уже достаточно много. Спасибо вам большое за такую вот оценку моей работы. Дальше смотрим. Расскажите, Павел Павлович, о Воронеже, потому что там тоже достаточно непростая обстановка, и там дроны всевозможные. Давайте посмотрим. Я про Воронеж неоднократно говорил. Вполне вероятно, строительство крепости, которая была в основе этого Воронежа, началось по новому стилю 23 июля 1585 года. Очень интересная констелляция там была, так называемый один из верхних знаков зодиака, описанный в моей книге «Двойное кольцо зодиака». И я про него неоднократно уже говорил. Сейчас, конечно, там обращение Юпитера, а Юпитер связан с властью, Юпитер связан с большими проектами. Поэтому к Воронежу могут быть проявлено большое внимание прямо вот на уровне просто не только столичных, но и мировых каких-то средств массовой информации. Ну вот, хочу предупредить о том, что в самом конце июня, особенно 21-22 числа, в гороскопе Воронеж будет образован большой крест. Он связан с опасностью, которая в этом городе может возникнуть. А также нечто подобное может повториться в самом конце июня и в начале июля нынешнего года, когда Черная Луна будет проходить по Марсу. Вот там, конечно, военная повестка может как раз возникнуть. Нужно быть очень осторожными, особенно где-то 1, 2, 3 июля нынешнего года. Пока по Воронежу. Вот будем наблюдать за его событиями еще и впоследствии неоднократно. Действительно, город, в котором могут происходить всевозможные неприятности, к сожалению, большому. Ведь Марс при его основании находился в так называемом разрушительном градусе, в первом градусе весов. Там скоро пройдет Черная Луна, поэтому я и говорю, что надо быть очень осторожными людям, живущим в этом городе как раз в конце июня, в начале июля, а также еще и осенью нынешнего года, особенно где-то вблизи двух затмений. То есть от 18 сентября до где-то 3-4 октября. Дальше. Пишет мне о Грузии, что Павел Павлович, вы не правы, Грузия была основана так, как вы пишете, вот, не 9 апреля 1991 года, а 26 мая 1918
года. Да, я знаю эту дату. Это первая независимость Грузии, но ведь от ее основания, от ее этой даты до уже потери Грузии независимости прошло не так много времени. В 21 году Грузия потеряла свою независимость и обрела ее только в 91 году. Поэтому я ориентируюсь на гороскоп вот как раз новой Грузинской республики, как раз на 9 апреля 91 года. А тот гороскоп является реликтом, он тоже иногда учитывается, больше он для этноса грузинского и для каких-то более серьезных и долгоиграющих сценариев, которые в этой стране могут возникнуть. Так что учитывается и тот гороскоп, но все-таки действующим является тот самый, который включился 9 апреля 1991 года. Что вы скажете, Павел Павлович, еще о Болгарии, которая была основана как государство, сначала Болгария как монархия, а потом уже после войны уже и как республика, 5 октября 1908 года. Хотя болгарский этнос очень древний, болгарское царство еще было до этого, времена Восточной Римской империи, потом было захвачено сначала Восточной Римской империи, которую называли Византией, а потом и Османской империи. И вот что можно сказать о Болгарии на ближайшее время? Очень интересно, что в Болгарии, если посмотреть ее гороскоп, то можно увидеть очень долгоиграющий так называемый Большой Крест на небе, и он будет тянуться с мая 2024 по конец мая 2025 года. И достаточно скоро этот крест будет еще усиливаться другими планетами. Особенно самое тяжелое время там может наступить как раз к лунному затмению 18 сентября 2024 года, потому что с этим крестом будет связан еще и Нептун, там еще какие-то тайные мутные схемы и сценарии будут включаться, лунные узлы, что придают всем этим событиям фатальный оттенок. И черная луна, которая пройдет по Солнцу. Возможно, это обстрел лидеров, либо что-то связанное с теми людьми, которые будут в Болгарии выдвигаться. В общем, там может возникнуть какая-то очень такая тяжелая, кризисная и даже катастрофическая ситуация в политике. Еще раз повторюсь, что все это будет продолжаться до конца мая 2025 года. Проживем, увидим. По крайней мере, я предупреждаю заранее. Ну, а дальше уже обращаюсь к тем, кто по своему долгу службы обязан все эти ситуации как-то предотвращать или нейтрализовать, пусть они делают выводы. Вообще, до всего нам надо ходить, дорогие друзья, собственным умом, потому что нас действительно в ближайшее время по-настоящему ждут великие дела. Не только нас с вами лично, но и всю нашу страну Россию. Желаем всего самого доброго и, конечно, до новых встреч.